Здравствуйте, меня зовут Спиридонова Светлана Владимировна, я врач ветеринарного центра «Зоовет», и сегодня мы поговорим об острой почечной недостаточности, довольно-таки часто встречаемом заболевании. Итак, острая почечная недостаточность – это внезапное нарушение функции почек со снижением процесса фильтрации или абсорбции, приводящее к расстройству азотистого обмена, водного, электролитного и других обменов веществ. Непосредственными причинами острой почечной недостаточности является снижение кровотока, ишемический или токсический инсульт. Кора почек особенно чувствительна к ишемии и токсинам, поскольку пропускает до 90% почечного кровотока, составляющие структуру коры, проксимальные канальца, эпителиальные клетки восходящей части петли Гендлина более поражаются из-за их транспортных функций и высоких скоростей метаболизма. Гипоксия в сочетании с сужением сосудов могут уменьшить запасы АТФ в клетках канальца, вызывая активацию натрий-калиевого насоса, отек клетки и смерть. Кроме того, в процессе реабсорбции воды электролитов из гломерулярного фильтрата эпителиальные клетки канальцев также могут подвергаться воздействию все более и более высоких концентраций токсинов. Виды острой почечной недостаточности. Остановимся сначала на перинатальной острой почечной недостаточности. Она связана с нарушением кортикального кровообращения, это гипоперфузия в почке, и резким снижением скорости клубочковой фильтрации. Проявляется развитием олигурии, то есть сниженным выделением мочи, анурии, это прекращение мочеотделения, и азотемия, это повышение азотистых веществ в сыворотке крови, это мочевина и креатинин. Фактически почки не повреждены, но не функционируют из-за общего нарушения кровообращения. Перинатальная острая почечная недостаточность – это потенциально обратимое явление, так как в целом нефроны не повреждены, почечные структуры не повреждены, они функционируют из-за низкого кровотока. Но она также может... Длительная гиперперфузия почек ведет к развитию ринальной почечной недостаточности. Любое состояние, которое уменьшает почечный кровоток, может привести к периринальной острой почечной недостаточности. Сюда включаются такие факторы, как гиповолемия, это обезвоживание, кровотечение, рвота, диарея, низкий сердечный выброс, гипотония, например, анестезия, шок, формирование тромба в аорте. А периринальная недостаточность может перейти в ринальную, так как нарушение кровообращения в почках ведет к их ишемии и некрозу. Ринальная острая почечная недостаточность – это следующий вид нашего заболевания. Она связана с повреждением канальцев почек. В большинстве случаев это ишемическое или токсическое повреждение почек с формированием острого тубулярного некроза, то есть канальцевого некроза. В остальном это воспаление паренхимы. Это сюда относим гломерулонефрит, интерстициальный нефрит. При остром тубулярном некрозе поражается эпителий извитых канальцев с нарушением их целостности и выходом внутриканальцевой жидкости в окружающую ткань почки, то есть, грубо говоря, к отеку. Среди других факторов важное место занимают лекарственные препараты и химические соединения, вызывающие токсическую острую почечную недостаточность. Это этиленгликоль. Он содержится в антифризе, имеет сладкий вкус, и его метаболиты очень токсичны. Очень часто подвергаются отравлению кошки из-за его тоже вкуса, и он распадается на более, сам он не так опасен, как его метаболиты. Далее, нестероидные противовоспалительные средства. Сами, как таковые, они не могут вызвать почечную недостаточность острую, но в сочетании с другими факторами риска, это гиповолемия, наркоз, пожилой возраст и так далее, вполне может быть пусковым фактором.
Затем вазодилататоры, длительный наркоз, цисплатин и другие препараты химиотерапии. Аминогликозиды – это группа антибиотиков, среди которых гентамицин является самым токсичным. Следует добавить, что для кошек такое растение, как лилия, может вызвать необратимые процессы при поедании. Вот. Далее, следующий вид острой почечной недостаточности – это постринальная. Обусловлена ограничением пассажа мочи на любом участке мочевыделительного тракта. Почки функционируют, но моча не выделяется из-за обструкции мочевыделительных путей. Постринальная недостаточность может перейти в линальную, так как из-за нарушения тока мочи лоханка почки переполняется мочой и сдавливает ткань почки, приводя к ишемии. Возможные причины постринальной острой почечной недостаточности – это, сюда мы можем отнести опухоль, обтурация камнем, гематомы, спазм сфинктера мочевого пузыря из-за нарушения иннервации при разных неврологических заболеваниях, там, поражение позвоночника и так далее, забрюшинная опухоль тоже может вызвать у нас постринальную почечную недостаточность, то есть обтурацию путей. Хотелось бы поговорить о пациентах высокого риска. Сюда мы относим факторы риска могут сочетаться, и любое осложнение увеличивает возможность повреждения канальцев. Пациенты с шоком, ацидозом, сепсисом подвергаются повышенному риску. Это также пациенты, которым требуется интенсивная терапия, включая длительную анестезию, хирургию или химиотерапию, которая потенциально нефротоксичны. Например, острая почечная недостаточность может возникнуть у собак с пиометрой. Травма, обширные ожоги, васкулит, панкреатит, лихорадка, сахарный диабет и другие системные заболевания, включая также пожилой возраст, это дополнительные условия, которые связаны с высоким риском острой почечной недостаточности. Комбинация уменьшенной перфузии почек с использованием нефротоксических препаратов при условии наличия хронических каких-то заболеваний почек часто ответственна за повреждение канальцев и формирование ОПН. Клиническое проявление и диагностика острой почечной недостаточности. Первым ведущим симптомом острой почечной недостаточности является олигоанурия, то есть либо уменьшение, либо вообще прекращение мочеотделения. В норме у нас выделяется 1-2 мл мочи на килограмм тела в сутки, при олигоанурии выделяется меньше 0,25 при олигоурии выделяется менее 0,20 мл на килограмм в час. С последующим быстрым развитием биохимических изменений в сыворотке крови и резким нарушением общего состояния животного. Начальная стадия обычно совпадает с периодом воздействия этиологического фактора, то есть шок, сепсис, отравление, которые полностью обуславливают клиническую картину. Как таковых самостоятельных признаков, наверное, нельзя выделить. В любом случае, клинические признаки будут сопровождаться первоначальными изменениями, первоначальным заболеванием. Появляются признаки интоксикации, бледность, тошнота, тахикардия, могут также начаться судороги. В первую очередь необходимо собрать анамнез, затем провести дифференциальную диагностику постриальной почечной недостаточности от других ее видов, для чего проводят УЗИ мочевыделительной системы, исключая возможность обструкции, так как подходы могут быть совершенно разными. Нам необходимо выяснить, какая из видов в данном случае у нас встретилась. Пациента катетеризируют для контроля выделяемой мочи. У пациента с острой почечной недостаточностью наблюдается декомпенсированный метаболический ацидоз, нарастающая азотемия.
повышенный уровень калия и сниженный кальций, натрий, креатинина и мочевины, также дисбаланс электролитов, протеинурия, глюкозурия, наличие почечных и других клеток, цилиндров в моче, почечных эпителиальных цилиндров в моче. Лечение. Что касается лечения, стратегия по лечению острой почечной недостаточности у собак и кошек включает профилактику и поддержку. Лечение, разработанное, чтобы стимулировать восстановление клеток канальцев, остается пока на исследовательском уровне. Лечение перинатальной острой почечной недостаточности. Клинические признаки, ассоциируемые с перинатальной азотемией, часто неспецифичны и могут быть аналогичны с таковыми перинатальной паренхиматозной почечной недостаточностью. Хотя начальная жидкостная терапия может быть одинаковая для всех азотемичных пациентов, последующее лечение и прогноз во многом может зависеть от того, перинатальная или ренальная это почечная недостаточность. У большинства пациентов с перинатальной острой почечной недостаточностью почки структурно и функционально нормальные, и они отвечают за уменьшенный почечный кровоток, производя гиперстеноличную мочу. Дифференцирование между почечной и предпочечной азотемией могут быть более трудным, если у пациента с предпочечной азотемией уменьшена способность концентрировать мочу. Это пиометра, гиподенокортицизм может привести, последствия могут быть зарвоты, это гипостенурия, повышенная плотность. Потенциально легкий и ценный способ дифференцировать эти формы состоит в оценке ответа на жидкостную терапию. Азотемия, вызванная обезвоживанием, должна быстро разрешиться замещением дефицитов объема жидкости и восстановлением почечного кровотока, тогда как почечная азотемия не исчезнет с одной только жидкостной терапией. Поддерживающая терапия ренальной почечной недостаточности. Цель жидкостной терапии при подтвержденной ренальной почечной недостаточности – коррекция почечных гемодинамических расстройств и уменьшение дисбаланса воды и электролитов, чтобы выиграть время для восстановления нефронов и компенсации. Дефицит жидкости должен быть возмещен за первые 4-6 часов, если у пациента нет кардиопатии, которая требует более медленного введения. Обычный солевой раствор 0,9% является предпочтительной жидкостью для регидратации. Если у пациента нет гипернатриемии, в противном случае должны использоваться 0,45% физиологический раствор и 2,5% декстроза, то есть глюкоза. Во время этой быстрой фазы регидратации необходимо тщательно наблюдать за пациентов для раннего выявления признаков гипергидратации, которая может также перейти в отек. Оценка общего белка плазмы аускуляции помогут обнаружить раннюю гипергидратацию. Также необходимо измерять диурез, электролиты и кислотно-щелочной баланс. Приблизительно 2/3 нормальной потребности воспаляемой жидкости теряется с мочой, поэтому у олигоуричных и неолигоуричных пациентов могут быть очень большие различия в возмещении требуемой жидкости. Коррекция электролитного баланса. Натрий и хлорид. Первоначально у большинства пациентов с острой почечной недостаточностью нормальный уровень натрия и хлорида в сыворотке. Однако гипернатриемия может возникнуть при длительном лечении, спустя несколько дней. При лечении растворами, содержащими большое количество натрия, это 0,9% физраствор, раствор Рингера лактата, или при лечении метаболического ацидоза бикарбоната натрия. Если гипернатриемия возникла, то проблема обычно решается, как я уже говорила, физраствором и глюкозой. Физраствор 0,45, глюкоза 2,5%. Что касается кальция. Нарушения баланса кальция также могут иногда проявляться у пациентов с острой почечной недостаточностью. Если наблюдается умеренная или выраженная гиперкальцемия, то именно нарушение обмена кальция следует рассматривать как причину почечной недостаточности, неоплазия или отравление витамином D3.
К сожалению, слайды закончились, поэтому я вам прочитаю так. Если кому необходим будет материал, могу выслать по почте. Калий. Аллегоричные пациенты с острой почечной недостаточностью находятся в группе риска по гиперкалемии. Концентрация калия в сыворотке более чем 6,5-7 микромоль может вызвать нарушение сердечной деятельности, брадикардия, систолия, предсердии, нарушение сердечного ритма. Если гиперкалемия у нас незначительная, мы можем вполне справиться с жидкостной терапией. То есть при устранении обезвоживания у нас восстанавливаются обмены. Также можно использовать бикарбонат натрия. Он обычно используется также при коррекции метаболического ацидоза, вот, то есть при состоянии кислотности меньше 7,2. Вот, при показателях 7,3 как бы, и так далее он может восстановиться при жидкостной терапии, так же как и калий. Но если ниже, то нужно обязательно контролировать это состояние. И также натрий гидрокарбонат тоже может снижать уровень калия. Увеличение объема инфузии. Если признаков гипергидратации нет и аллегория сохраняется после очевидной регидратации, может быть начато умеренное увеличение объема инфузии. Жидкость в количестве 3-5% массы тела от пациента. Но это не начальная терапия, в начальной стадии объемы довольно-таки большие и должны складываться из степени обезвоживания, то есть рассчитываем жидкость, потери с рвотой, вот, и восполнение потерь. Здесь мы расчет ведем от 3-5% массы тела пациента, поскольку обезвоживание такой величины трудно диагностировать клинически. Если предпринят этот шаг, то необходимо тщательное наблюдение за пациентом, поскольку риск гипергидратации возрастает. Диуретическая терапия. В прошлом мочегонная терапия часто рекомендовалась для пациентов с постоянной аллегурией или анурией, несмотря на соответствующую жидкостную терапию. По сравнению с пациентами с аллегурией, у пациентов с полиурией при острой почечной недостаточности, как полагают, менее тяжелое поражение канальцев, улучшенное выделение реабсорбированных или секретированных растворенных веществ, например, азот мочевины, калий, и меньше риска в отношении развития гипергидратации и отека. Фуросемид мы используем и манит. Фуросемид блокирует реабсорбцию хлорида и натрия, восходящей петли Гендля, что производит к натриурезу и осмотическому диурезу. У фуросемида также есть слабые свойства почечного вазодилататора, которые могут помочь увеличить почечный кровоток. В принципе, по лечению острой почечной недостаточности необходимо, чтобы лечение было комплексным. То есть, кроме предложенных препаратов, нужно вводить еще гастропротекторы, так как при токсическом скапливаются токсины, тоже могут повреждать желудочно-кишечный тракт. Но это уже как бы необходимые меры. Но, тем не менее, нужно все это учитывать. Я благодарю за внимание. На этом лекция наша окончена.